компания SSAB, это шведский металлургический концерн, который производит и поставляет весь спектр металлургической продукции, начиная от горячекатной продукции, заканчивая тонколистовым металлом. Мы участвуем на выставке Мосбилд и представляем здесь нашу линейку продукции Green Coat. Стали, тонколистовая сталь с полимерным покрытием. Мы работаем в сегменте премиальных стали преимущественно. И наши партнеры – это потребители премиальной стали. Как пример можно назвать полимерное покрытие Green Coat Poral BT. Да, значит, чем оно отличается от схожих предложений. Значит, это высококачественное покрытие, которое имеет превосходные механические свойства. Значит, при этом оно является экологически чистым. Да, мы ушли, наш концерн, как и другие производители в Европе, уже не используют шестивалентного хрома в производстве тонколистовой продукции. Он не содержится ни в оцинкованном металле, ни в самом полимере. И также мы заменили нефтехимические компоненты производства тонколистового проката на компоненты растительного происхождения. Вот, тем самым еще, скажем так, ну, в моем понимании, да, мы сделали нашу сталь с полимерным покрытием еще более премиальной за счет вот этой экологической составляющей, которой нет на сегодняшний момент ни у одного из наших конкурентов. Мы участвуем в выставке Мосбилд с целью, естественно, это для нас площадка для встречи с нашими текущими партнерами, да, которых у нас по России и СНГ на сегодняшний момент достаточно большое количество. Да, и собрать их всех вместе на одной площадке – это достаточно сложно. Выставка Мосбилд, она, значит, мы можем реализовать это, да, здесь, на этой выставке. Ну и, конечно, привлекаем внимание новых потенциальных партнеров, которых здесь достаточно много.